Oh shit, here we go again. Как может что-то настолько прекрасное умирать? Земля гибнет под натиском заразы, но древо жизни стоит по-прежнему. Вопрос в том, надолго ли его хватит. Новому миру приходит конец. Племена разобщены, и нужна сильная рука, чтобы объединить их или привести к гибели. У этой истории было необычное начало. Будем надеяться, что и конец получится необычным. Астрологи объявили неделю мутантов, с вами Saints, сегодня мы поиграем в игру под названием Биомутант, вышла в этом году от разработчиков THQ Nordic. Многие из вас могут знать такие игры, как Saints Row, серию Saints Row, это были как раз те самые THQ. В игру Биомутант. Да, в общем, я биомутант тут, и игра довольно милая по тому, как она нарисована, по стилистике. Надеюсь, что с этой милотой будет и определенная серьезность. Наемник есть какой-то тут справа. Можно нажать? Нет, нельзя. Ладно, поехали, просто не будем тянуть кота за хвост. На средний уровень сложности мы рассчитываем с вами. Легкий слишком легко, высокий слишком... жестко, может быть, поэтому играем на среднем, все будет красиво. Так. Появились мы. Ну, привет. Зашифруй свою ДНК. Даже так. Выбери породу. Прималы — развитая антропоморфная раса, обладающая большим проворством. Эти гибриды в результате мутации стали быстрыми и ловкими. Правда, интеллект подкачал. Так. Долдон. Долдоны — самая примитивная антропоморфная раса, гибридная ветвь, компенсирующая недостаток умственных способностей физической силой. Так, а дайте справа характеристики, быстренько там гляну. Слушайте, ну у долдона интеллект примерно такой же, как и у примала, хотя тут пишется, что интеллект подкачал. Окей. Рекс. Исключительно развитая антропоморфная раса, гибрид-маргинал, с ровной структурой ДНК, благодаря которой они великолепно приспособлены как к физическим, так и умственным нагрузкам. Хайла. Хайла — развитая самовозрождающаяся антропоморфная раса, гибриды которых генетическая мутация сделала невероятно сильными и выносливыми. Фип. Фипы — раса, известна исключительно развитым мышлением, и их гениальность непосредственно завязана на энергию ЦИ, усиливающую псионические способности. Знать бы еще, что такое псионические способности. Мургель какой-то смешной. Мургель — воплощение идеальной расы, в результате эволюции формы и внешний вид доминируют над функциональностью. Давайте сыграю за примала. Параметры. Выбери стартовый параметр персонажа, чтобы видеть более подробное описание, понять, на что влияет тот или иной параметр. Нажми И. Определи свою генетическую структуру. Так, нажал И. Живучесть. Ну, понятно. Понятно. Живучесть, здоровье, расход энергии, объем здоровья, общее здоровье, броня, сила, насколько мы, собственно, сильные, сможем там... В ближнем бою хреначить, урон в ближнем бою, сколько мы урон вносим. Вот, какие-то силы ЦИ, пси-силы. Параметры интеллекта определяют максимальный объем и скорость восстановления твоей ЦИ, а также урон, который ты носишь с помощью пси-сил. И мутаций. Интеллект также определяет количество ходов, которые тебе дается на решение головоломки. Так, ладно. Что, я прям двигать могу? Ниху-ха-ха-ха-ха. Да я по центру оставлю. Выбери генетическую особенность. Так, и что тут? Ага. Жар, биоугроза, вот это. Радиоактивность, жар, биоугроза, холод. Я хочу быть радиоактивным. Можно? Что такое? Ну вот так. на 10% радиоактивность, по 5% всего остального. Выбери стиль меха. Стиль. Ага. Не очень удобно выбирать прям стиль вот этим ползунком. Давайте вот такой будет прикольненький. Выбери основной цвет. Цвет. Ну, рыженький пусть будет. Выбери цвет отметен. Выбери оставляем так. Класс. Так, вот, это уже интересней. Класс. Миткач. Хитрый и опытный мошенник, выбравший жизнь по ту сторону закона общественных ценностей. Почему мы начинаем с миткача, а не с наемника? Наемник. Наемник — это искусный мечник, мастерски владеющий клинком. Миткач. Командос. Командос получают подготовку в особых элитных войсках и привыкли работать маленькими группами. Пси-чистота. Пси-частота и пси-частотные экспериментируют с псионической энергией разными мутациями. Они обычно живут как изгои на периферии общества. Диверсант. Диверсант — опытный, хитроумный изобретатель, умеющий скрываться как в городских условиях, так и на природе. Страж. Стражи посвящают себя защите дома. Их преданность принадлежит организации в целом, и они непререкаемо верят в свой дом. Диверсант. Я диверсанта возьму. Двойной серебряный захват, есть суперэнергия. Долго создаем. Выбран диверсант. Выбран диверсант, да. Можно начинать, да. Давай, поехали. Движение игрока использует W, ну понятно. Вот кто-то с непростым прошлым оказался в центре истории, которая шла своим чередом. Зайка-скок. Так, а у меня еще пушечка есть, вон там вижу, револьвер. Да хорошо. Мы и так уже на перепутье. Выбор пути в жизни — тот самый момент, когда либо делаешь выбор, либо ты уже не жилец. Отлично, просто. Направо пойдешь, короче. Но для тебя это не просто перепутье. Сейчас расскажу. Час выбора. Отражение твоей ци, изначальной энергии, наполняющей все живое. Короче, направо пойдешь, ноги потеряешь, налево пойдешь, руки. Выбирай, вот тебе и твой выбор. Я темно-красный, мой цвет силы и власти. Я, мой цвет голубой, цвет свободы и верности. Да. Позволь представиться. Приветик. Я твоя светлая сторона. Точнее, твой внутренний голос. Я отражение равновесия и последствия твоих действий на пути вперед. Окей, договорились. Кажется, свет это не для меня. Да, да, давай, я свет. Мне кажется, тебе просто свет в голову ударил. Но ты придешь в себя рано или поздно. Тихо там, тихо, демон. Но все рано или поздно возвращается на круги своя. Так что лучше слушайся своей интуиции. Нельзя бороться с тем, что заложено в твоей природе. Ну я так и говорю, да, я свет выбираю. В твоей природе? Вот тут свет выбираю. Поговорить о естественном отборе, выживании сильнейших и прочем. Если это не имеет отношения к природе, то я даже не знаю. Все, давай, это не совращай меня. Не совращай меня, демон. Эволюция и прогресс. Как только в мире станет достаточно света, тьма исчезнет. Можно я пойду уже? Спасибо. Просто на нахуй. Красава. Так, светлая плюс... Аура чуть светлая. Одну секунду, я хочу видео. Контрастность, может, что-то... Частота чепухи, идишь? Что? Видео. Что-то как-то... Окей. А... Что такое? Почему не на Full HD, господи? Игра запустилась еще и думаю, что такое? Что такое? Что не так? Качество теней... яркость, значение резкости. Так. Почему не применилось? Угу. Господь всемогущий, дай мне настроить игру, чтобы я играл в нее красиво. Во, Full HD, красиво, а тут на HD играем, и вообще какая-то габела. Так, графика хренафика, яркость, все. Контрастности нет. Ну так получше. О, поехали. Мы за свет. Правое всегда право. Ну да. Тихо. Нажал случайно. Сколько патриков у меня? Так, левая кнопка мыши — это стрельба из пистолета, правая — это... Чё такое нахуй? Кто там орёт? Я же направо пошел, я же добрый. Тут, короче, это смерть. Я пришел сюда, наступил в свою смерть. Где? Кто? Истории о смерти и брошенных мертвых телах. Напоминание о том, что все мы подчинены природе и брошены на милость хищника. Тут где-то хищник есть, я чувствую. Новое сюжетное здание мясо-мясоеда. Погоди секунду, дружище. Тут нет никого злого. Это не ты орал ведь? Помнишь ли ты чудовище, уничтожившее твою семью? Или предпочитаешь забыть о нем? Твой выбор был отвернуться от нашего мира и забыться в своем. А тем временем хищник набирался сил. Такое пока что. Вот-вот-вот-вот-вот, слышу хищника. Вау! Дружище, что мне сразу бой с боссом? Мясоед, иди в жопу! Ху-ху-ху! Давай, подходи, мудак. Мы ему что-то наносим, даже в ближнем бою. Парировать Q. Клик-клик. Давай, парировать буду. Я же нажимал Q, ёб твою мать! Как мне парировать? Ну... Q не работает! А, как-то парировалось, хорошо. Укус гадюки, альт. А, сука! Укус гадюки делаю. Это укус гадюки? Кроличья ярость. Ага. Ну все повторяется, короче, как в начальной заставке. Но ты лучше беги. Этой истории еще рано заканчиваться. Иди в жопу! Я сюда. Я не хочу с тобой сражаться. Это бомба, заебись. Это все-таки бомба. Да? Мы там сможем сбежать? Нас же там не заперло этой бомбой и не габело. Побег — лучшее решение. Согласен. Ты проживешь еще один день полной борьбы. Надеюсь, ты приготовишься. Бункер 101. Когда придет время. Очков опыта получено, так, отлично. Мы тут никого не разбудили случайно? Тут какие-то паучьи яйца висят или что это? Хищник не единственная угроза. Сначала... Это что за выдры злые? Все живое начало мутировать. Темные выдры. Жизни вянуть. Ошибка эволюции. Муклые гнусы. Окей. Подойти к врагу, чтобы напасть на него в ближнем бою. Цель боя. Наведи камеру на врага, чтобы атаковать его в дальнем бою. Чтобы перезарядить оружие дальнего боя, нажми R, и энергия расходуется во время уклонения, использования мутаций и выполнения особых атак. Когда индикатор Ци пуст, ничто из вышеперечисленного недоступно. Ци восстанавливается во время боя и вне его. Слышь, тварь! Ебать, а вы живучие! Мы так не договаривались. Давай поиграем. Сколько вас тут, твари? Прямо между глаз. Мне дальний бой как-то более уверенно себя чувствую в дальнем бою. Потому что меня не атакуют вблизи эти твари. Перезарядись, пожалуйста. Что это за револьвер? Там есть двойка-тройка, видите, снизу. Справа. Тварюга, ты чё? Все, спокойно. Спокойно наберешь. Хорош. Фу. Так, что с вас собрать можно? Вас залутать можно? Какую-то шкуру сорвать, зубы, хвосты. Я потом поменяю у кого-то это. Нет? Тут ничего не бьется? Ну, погнали. А тут что? Погоди, наверх это наверх, а тут что? Такая комната, как будто тут что-то тайное должно быть. Нет? Опа, зил какой-то. Да, зил. Похож, похож. Видите, биомутанты уже существуют, а зил еще даже, да, стоит. Почти как новый. Хоть заводи и едь, только колес поставить надо, наверное. Ну, поехали. Как-то слишком ярковатая игра. Давайте все-таки изменить яркость. Все-таки вот так, наверное. Так лучше. Она прям не хватало контрастности, слишком большая яркость. Электрический модуль, дополнение к оружию. Это дополнение к оружию, прикрепи его к своему оружию дальнего боя, чтобы наносить больше урона, пока не кончится боеприпас. Некоторые враги устроены или наоборот, особенно уязвимы к разным дополнениям. Так что используй их с умом. Уровень редкости 40. Электрик, жужжащий 1. Так что с этим разобраться нужно будет. Дополнение к оружию, удерживай единичку. Ну окей. Патроны мои. Так, клинки из люка. Ну, злые. У него такие три зубца прям. Аптечка. Да, аптечка, такие сумки содержат предметы, помогающие тебе исцеляться. Во время боя твое здоровье не восстанавливается автоматически. Для этого надо использовать расходники или найти другие способы излечения. Исцеления. Так, пластырь здоровья. Отлично. Взял. Меню быстрого доступа. Ясно. Тут что? Опа, опа, опа. Лутинг. Кто-то что-то тут забыл. Наверное, кому пинает. Широкая юбка. Кто-то юбку в туалете хранил. Ни хрена себе нычка. Малая аптечка. Вот это полезно. Давай это прикарманим. Конечно, прикарманим. Все лутать надо. Вообще все абсолютно. Руки согни. Погнали, погнали. Тут ничего не было. О, кузнечик. Я тебя спас? Мы тебя спасли? Это хорошо. Кто там, блядь, орет? Тихо. Нефтяная жижа буквально жижа-сос. Многим она принесла смерть, но... Воу-воу-воу-воу-воу! Мы, я думал, мы друзьями будем! И измениться вместе с ней. Вы чё? Вы чё? Я ж такой же, как вы! Я ж такой же, как вы! Парирование Q. Да идите нахер своим парированием! Вы, блядь, тоже стрелять умеете! Ребята, блядь! Мы же друг за друга должны быть мутанты! Жижесос, да иди в жопу, иди по жижесос где-то в другом месте. Сука. Рэк, папа. Угу. Вы хули до меня доебались? Только поднялся из какого-то подземелья, до меня уже доколебались. Тварюги. Мародерство. У павших врагов можно забрать предметы, восполняющие здоровье. Найди подсвеченного врага и нажми Е. Не забывай использовать лечебные предметы, если тебя ранят, чтобы открыть выбор предметов, нажми, удерживай единицу. Слышь? Е. А вот там винтовка упала, ее нельзя подобрать? Блин. Я грязным стал. Отряхнуться нельзя никак. Так. Звяк, резина. Слышишь, себя что можно взять? Щекотная помадка. Окей. Удивительная вещица. Прям вообще. Сюда лучше не заходить, тут подохнешь в этой жиже. Жижесос, блин. Нельзя тебя порубить на куски, там, зажарить потом, может быть, продать кому-то. Вдруг кто-то питается нефтью. Не знаю, американский биомутант какой-то. Нефтебаза Токсанол. Исследовать руины в жиже. Погнали. Да вы чё, нахуй? Перезарядочка. Перезарядочка. До свидания. А вы что, пройти сюда не можете? Лошара! По одному. По одному именно. Ой, слабенькие какие. Слабенькие. Вы чё, дойти сюда не можете? Ебать тебя в рот, ты чё бочками кидаешься? Ты нормальный вообще? Слышишь, сейчас подойду, тебе люлей дам. Ты адекватный? Подойди сюда и дерись нормально. Кидается он бочками, тварь. Опять вырвал бочку какую-то. Хорошо, что бочка сюда не помещается в этот проход. А у них хелы не снимаются, нужно подойти к ним, короче. Походу, победить камнебаха. Слышь, камнебах! А по ебалу? Что за пантера какая-то дикая? Леопард, который очень сильный! Живем! Хилимся, живем, хилимся, живем. Все красиво. Перезарядочки! Перезарядочки в воздухе! Ага. То есть, если по бочке попасть, когда ты ее только поднял, она у тебя взорвется. Но это логично. В жопу иди. Слышь, камнебак. До свидания. Наберешь. Перезаряжаемся. Какие мы опасные. Так, это что было такое? Палим звяк. Короче, это какой-то крафтинг. О, сверчок мой. Ты это самое, далеко не отходи. Тут опасно. Щекотная помадка. Что это за помадки такие крутые? Окей. Тут нефтяная жижа. Бабах. Дальше кто? Насосная станция, выброса из насосной станции. Я слышу уже вражину. А это похоже на маленькую арену с мини-боссом. Сверчок, идем. Видите сверчка? Вот зелененький. Это наш друг. Тут что? Тут ничего. Ты идешь? Ты где? Сверчок! Ядрен, пассатижи, не отставай, тут опасно. Видишь, что происходит? А вот он, все нормально. Скачет. Так. Опять зил. Нет ничего внутри. Обидно. Погнали дальше. Ебать! Щитоносец. Некоторые враги носят большие щиты, чтобы нанести урон такому врагу, нужно для начала разбить его щит атаками ближнего боя. Слышь, это не щит, это, блядь, автомобильная дверь. О, ёб твою мать! В каком месте, блядь, это щит? Атаками ближнего боя. Не, погоди, мы не договорились. Сюда подошел гнида. Опа, 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 щит закончился, да, маленький. Да выпусти меня, что за пенетрейшн? Зажал, тварь. Почему некоторые мутанты такие большие, а я такой маленький? Хотя это, может, и лучше, я юркий. Ар! Ар, сука! Сука, больно, блядь. Я тебя поаркаю. Очень больно. Очень больно, бежим. Ну все, вы мелкие остались, да? Наберешь. Наберешь, молодой. Очки улучшения 1. Повышение уровня, побеждая врагов и выполняя задания, ты получишь опыт и повышаешь уровень. При этом тебе даются 10 очков, которые ты можешь вложить в один из параметров персонажа. А также 1 очко для разблокировки навыков в меню Вунфу и бонусов. Чтобы перейти в меню, нажми Tab. 2 уровень. Так, Дэнди Кэнди. Договор. С тебя что можно взять? Малая батарея. Похоже на какие-то пилюли, а не на батарею. И опять щекотная помадка. Вы, короче, все такие здоровые, потому что вы помадки пережрали. Я понял. Короче, ребят, если вы хотите быть вот такими мутантами, большими, правда, вы будете немножко стрёмными и похожими на розовых пантер, кушайте помадку. Так, уровень повышен, персонаж. Улучшение параметров. При повышении уровня ты можешь улучшить любой из параметров на 10. Выбери нужный параметр из списка. Договорились. 1. Удача. Шанс крита 12%. Ничего себе. Это бартер увеличивает. Ловкость, наверное, скорость передвижения. Интеллект, сила духа, энергия ци, регенерация энергии. Урон в ближнем бою, живучесть. А где урон в дальнем бою? Я хочу в удачу. Хорошо. Очки улучшения. Повышая уровень, ты получаешь очки улучшения. С их помощью можно разблокировать бонусы особой атаки. Давай откроем твою первую особую атаку. В дальнем бою. Пистолеты. Так. У меня есть парящее перо. Встрепанный феникс. Скользящая змея. Блин, надо скользящую змею попробовать. Журавлиный танец. Заверши боевую цепочку ближнего боя веерной очередью. Это особая атака, если она заденет противника. Это заполнит одно деление индикатора супер вунфу. Погоди, так это ж пистолеты. А, альт, правая, левая. Давай. Что там видел, что и мечом еще атакуют. 2 пистолета. Ага, открылось. Ближний бой. Без оружия. Одноручная рубка. Блин, много всего, много разных комбо, прикольно. Ну все, я, короче, готов. Вунфу и бонус. Когда у тебя появятся очки улучшения, не забывай тратить их на изучение особых атак и получение бонусов. Чтобы потратить очки, открой меню бонусов или вунфу. Бонусы. Общие. Ага, тут аж... Ё-моё, сколько тут всего. Шанс убедить оппонента в диалоге повышается на 1. Шанс на добычу увеличивается на 10%. Охренеть. Диверсант. Охренеть, тут улучшать и улучшать. Снаряга. Так, что у меня по снаряге? В этом разделе можно менять снарягу и оружие. Экипировка снаряги. Звучит как не знаю, как шарага. Снаряга. Хоряга. Что-то еще нога. Салага. Ну нет, это другой уже. Круг значков показывает части тела, на которые можно надеть найденную или приобретенную торговцем снарягу. Любимые предметы можно хранить в меню нарядов. Сортировка инвентаря. Да понятно. Ага, могу юбку надеть. Требуется уровень 3. Такие ножки у него прикольные. Лисьи. Ну все, пока у нас ничего нет. Карта. Ядрен псатижи. Это мы только маленький... Ну, понятно, мы же только начали. А, это все? Не, как-то маленькая карта. Ну ладно, поехали, поехали. Может, только эта локация. А что за бочки тут валяются? Что за нефтепродукты? Что-то есть? А если найду? Нет? А тут что-то есть? Ты ощущение, что открыть можно? Нельзя? Так-то лучше. Клешний лом. Взять клешний лом. Смотри, аварийный ящик древних. Да? Редкая находка. Да, точно? Меня тут не убьют за этот ящик. Ломик. Хорош. Клешний лом из старого мира. Уровень редкости обычный. Найс. Ага, теперь в эту дверь. Логично. Пропали тела вражин. Окей. Поехали. Эта тут труба, нужно выбираться. Прочная. Используй клешни лом. А это не клешни лом. Давай клешни лом. Сейчас я как за клешни ломлю. Вот и все. Слушайте, ну вообще интересно бы узнать, как эти мутанты появились, то есть лор. Смотрите. Клешний лом, который, собственно, лом, это из древнего мира, из нашего с вами. А это будущее, я так понимаю. О. Окей. Что-то мы не очень удачно приземлились. Я серьезно. Да я тоже серьезно. Давай это за клешний ломом не ходите, а лучше жизнь свою спасем. Что такое? Сюда? Кто меня звал? Крольчий скок. Двойной прыжок. Ну давай. Хорош. Какая-то нефтеперерабатывающая база старая. Какие-то мутанты, питающиеся нефтью. Непонятные. Тут сейчас битва будет, да? Такое ощущение, что да. Ну, конечно. Сбрасывают сгустки биоматериала, которые вырабатываются в... Что за морги? Что за морги? В любое живое существо, включая тебя. Не изменить кодирующие... Да не надо мне менять кодирующие мои ДНК. Что за морги? Морги, идите в жопу! Морги! Никто не устоит. Пригодится. Вот так, дорогой. Умираем, нахрен я сказал! Морги! В морг вас отправлю! Спокойно, очки био, 2. Че, вы атаковать не можете? Я комбо держу хорошую, да? Биоклякса. Это биоклякса. Поглощение биоклякс позволяет открыть мутации. Биокляксы можно получить, сражаясь с морками. А, не морги. Или обнаружить в разбросанных по миру контейнерах. С помощью биоклякс можно в любой момент открывать особые способности в мини мутаций. Давай сюда биокляксу мою. Где мои биокляксы? Меню мутации. Перейди на вкладку мутации, чтобы разблокировать все силы, биогены или улучшить сопротивление. Еще у меня есть аура какая-то. Чуть светлая. Мутации. Биогены. Так, хоботок. Чтобы активировать хоботок, нажми на значенную кнопку, стоя лицом к врагу. При попадении заражение поразит любого небольшого противника гуманоида. Зараженный враг нападет на своих союзников, а не на тебя. Хочу. Хорош. Чтобы активировать хоботок, нажми на значенную кнопку, стоя лицом к врагу. Чтобы использовать способность, нажми на значенную кнопку, удерживая... Ага. Все. Короче, удерживаю центральную кнопку мыши и нажимаю на Е. Понял. У, сука, морки. Че, не нравится, да? Хватит морков рожать. Сюда нельзя наступать? Да, не можно. Погнали отсюда. Бункер 101. А туда можно? Там, блин, что-то есть. Я вам ответственно заявляю, там что-то есть. Там какой-то сундук. Нет, я думал, двойной прыжок прокатит. Погоди. Ты раздумываешь, что там наверху? Да, раздумываю. Подскажи, как добраться. Подскажи. Там сундук, блядь, точно вам говорю. Слышь, подсказчик, это самое, ну расскажи, как добраться наверх. Туда на уголок я могу перепрыгнуть? Могу. Я от стен могу прыгать. Почему мне об этом никто не сказал? Нет! Сука! Я раздумываю, что там наверху. Продолжай свою мысль, мудила. Я маленький зверь. Я не могу прыгать, как Иволга. Мне нужна помощь. Ответственно заявляю. Он мне помогать не собирается. Раздумываю, что там наверху. Нет! Сука! А ты чё пищишь там? Помоги! Это самое, как его... Сверчок, ебать! Помоги мне! Посмотри пока, где, как можно добраться туда. Пока я раздумываю, что там наверху и что даже внизу. Ага. Так, ну сюда просто. Вот туда не просто, из этой колонны ебливой. Она мешает. Колонны бы не было, вообще легко перепрыгнули. Так, думай. Думай, не падай, думай, Сейнт, думай. И там 100% что-то важное. Если есть какой-то сундук, до которого сложно добраться в самом начале игры, там будет какая-то приблуда, которая, возможно, тебе всю игру зарешает. Я вам ответственно заявляю, так и есть. Е-бой! Ловкий. Ха! Пила. Большая батарея. И все, погоди, нет, там должна быть какая-то супер мифическая редкая хреновина. Ну ладно, тоже пойдет. Интересно, кто ее здесь оставил. Слышь, мне интересно, почему ты мне не помог. Вот это мне интересно, очень интересно. Я тоже могу так рассуждать. Кто же это оставил вообще? Очень интересно. Собака. Мы из бункера выберемся сегодня. Это бункер слишком долгий. Исследовать информационную табличку. Токсанол строил так называемые ковчеги, чтобы спастись от надвигающейся гибели. Но, похоже, было слишком поздно. Из бортового журнала на оставшемся ковчеге мы знаем, что остальные отправились выше неба. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти новый дом для своего мира. Короче, кто-то куда-то улетел в космос, кто жил тут до нас. На ковчегах. Не все, конечно, улетели. Кто-то улетел, кто-то не улетел. Бабки не проблема, как говорится, да? Головоломки. Головоломка, они разбросаны по всему миру. Некоторые из них открыты. Вают новые пути, решив остальные, ты можешь получить разные награды. Навигация. Переключить на другой узел, используя WS. Повернуть узел к UE. Это количество оставшихся поворотов. Чем выше твой интеллект, тем больше ходов тебе доступно. Правильный поворот. Чтобы головоломка сложилась, все узлы нужно повернуть так, чтобы они оказались в правильном положении. Если ходы заканчиваются до этого момента, последствия могут быть не очень хорошими. А погоди, вращай узлы, пока цвета не совпадут. А я на каком узле? И все? Да, легко. 10 ходов даже дали на это все. Давайте кинцо посмотрим и заканчивать будем серию. У нас мало данных о цепи событий, которая много веков назад привела к апокалипсису. Но все же ясно, что мир не был готов к тому, как бездумно корпорация Токсанол с ним обойдется. Их горнодобывающая и ядерная промышленность производили тонны отходов. Ну и Габелла. Эти отходы, не задумываясь о будущем, свозили на свалки, пока не закончилось место. Именно тогда они совершили большую... В океан все выбросили. Они начали сбрасывать токсичные отходы в гладь недалеко от побережья, рассчитывая, что со временем они начнут разлагаться. В целом так и вышло. Но никто не был готов к тому, что случилось. Когда отходы попали в гладь, радиация начала действовать на морских... Логично, вызывая у них причудливые мутации. Это очень сильно повлияло на биоразнообразие и всю экосистему. Мир, каким его знали древние, рухнул. Природа отомстила им. Он никогда не будет прежним, а то, что от него осталось, теперь принадлежит нам. Ясно, понятно. Короче, какие-то мудаки из компании Токсанол. Есть такая компания в мире, это нужно будет загуглить после того, как я серию запишу. Какие-то твари начали сливать биологические отходы, ядерные отходы в океан и все, и габелла. С одной стороны, мы, как вот за нашего этого чумазика, должны быть благодарны, если бы не эти биоотходы, нас бы, возможно, и не было. Но, они погубили планету целую и свой вид, соответственно. Давайте на этом закончим, дамы и господа. Я не знаю, буду ли я ее проходить вообще, в принципе, до конца, но серии 4-5 я по этой игре запишу. Если вдруг она вам понравится, и мне в том числе, то тогда, может быть, и даже пройдем. Но уже посмотрим по ходу действий. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, увидимся в следующей серии прохождения Биомутант и в других играх. Всех обнял.